המשנה באבות, נשי משנה, פישית, סמי ואז'ני סלווה שטו יסט בנשי התורה. סמי ואז'ני סלווה שטו יסט בנשי ז'יז. איזהו החכם הרואה את הנולד. כתו את הצ'לווק שטון אומני. כבו משיטיים אומני. כבו בוק שיטאית אומני. הרואה את הנולד. את הכתו סמוטרית פיריות. את הכתו מוז'ית פניאת שטו בודי דלשי. הרואה את הנולד. את השטו אובידיל כתו רדירסיה. את התווי דייטי. את האומני צ'לווק. שטו יפנימיו. Для чего я их принес? Почему я их рождал? Почему мне надо дети? Почему? Есть очень много людей, плачут, у нас нет детей, раби. Я хочу ребенок, она плачет. Я хочу дети. Я хочу, I want baby. Сколько ко мне звонят, плачут. Хотят какой-то азгула, ешуа, что-то, какое-то чудо. Сколько, 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 без конца. От вторая сторона, ты видишь родители, что получили от Всевышней дети. И их не воспитают. А, бросили их. Не дают им хорошее воспитание, хорошие качества. Самая важная вещь в мире, это после, что ты принес дети, дать ему дорогу. Дать ему, что он понял, для чего я пришел в мире. А Мишна пишет, Эйзеа Хахам. так המשנה פישית, איזהו החכם הרואה את הנולד, כתו את האומני צ'לווק, את הכתו וידית סמוטרית נאיבו ריבונה, כשתו תולקה שעזרה דירסיה, יון פנימה, כשתו ידור שנימו הדעת ז'יזני, כשתו ידור שנימו הדעת שתו, שתו בו וידית שסטי, רדס, פקוי, כשתו ידור שנסדירה, תקסיבי שני פישית, תיכות שבית אומני, תיכות ששתו יתי בבוד מזיבת אומני חכם, ты должен правильно смотреть, а что ты с ним делаешь, что ты им даешь держать, что ты им даешь видеть, что ты им даешь трогать, что ты их кормишь, что ты им показываешь, как, а куда ты их посылаешь, в какая школа они получают, а это умный человек, это хахам, это умный, так Бог считает, кто умный. А роэ это нулад. Если ты увидел сегодня уже, что будет завтра. Еще в нашем поколении. Если это не отец умный, его ребенок, его будет замучать. Мау я селу. Сколько телефоней каждый день. Нет отдыха от этого телефона. И сколько проблем мы слушаем. Наши дети, мой ребенок, так, упал в депрессию. Она его оставила, она его бросила. Он ее не хочет. Он упал деньгами. Он больной, он наркоман. Он так, он туда, он алкоголист. Он это разбился, он упал. Ты авария. А он не проклиняет, у него отец ругает. О, какие проблемы. Эйзеу ахахам. אומרת המשנה, רואה את הנולד. צ'לווק זשול כסטייפלר הקדוש. סטייפלר את הבור, רבי יעקב קניבסקי. את הצ'לווק שאתה זשול, גברית אמו, רבי יעקב. גברית אמו, דה. רבי יעקב, דה. יחדשו חרושי דייטי. יחדשו חרושי וספיטניה. Я хочу, чтобы мои дети тоже были хорошие. Мой ребенок мне делает проблемы немало. Я мучаюсь. Что делать? Стайплер на него смотрит. Говорит ему, ты видишь эти книги? Когда я их купил, они были 6 сантиметров. Ты видишь, как они сейчас? 12 сантиметров! На два раза больше! А, на это отец смотрит на стайплера. Говорит ему, да-да. А, сейчас посмотри, я буду нажимать 6. Я ставлю, поднимается на 12. Как ты думаешь, это стало? Он говорит, не знаю, это может быть чудо твое, стайплер. Он говорит, мой родной, это не чудо. Это мои слезы в каждой, в каждой бумаге есть мои слезы. Я каждый день плакал, что мне Бог дал, что мой хайм был чистый.
что мой Хаим был хороший. До сегодняшний день я плачу. До сегодняшний день я молюсь. До сегодняшний день я учусь, как правильно жить в этот мир. Потому что каждый мой грех, мои дети за это будут заплатить. Ай. Этот человек рассказывает, когда я зашел к рабби Яаков Каневский, и он говорит, я плачу за Хаим. Хаим Каневский, ему было 52. Это не Хаим Каневский, это гдол ха-дор рав Хаим Каневский. Это самый большой в наше поколение, это рав Хаим Каневский. Его отец плакал за него, на него плакал, на него еще, когда еще ему было 52 лет. Это не ребенок, это 52 лет ему, он уже, все, он поменяется уже, и он еще плачет. Ай, да, может быть, наши дети, они на весе, они 15 килограмм, а, рабену? А? Может быть, на весе ты ставишь, они 15 килограмм, но они очень-очень тяжелые. Ах, их вес тяжелый. Ашевут Яаков был больной. Он еще был еще не Ашевут Яаков. Он еще был ребенок, но он любил учиться Тора. Тора была его жизнь. Его отец поставил его голова внутри в тева, בהיכל הקודש, где лежит ספר תורה внутри. Он открыл, поставил голова внутри и начал кричать Всевышний, ой, Бог, умоляю, Бог, мой сын, Ашевут Яаков, умоляю, он важнее, чем я здоровый, он больной. Он так тебя сильно любит, папа. Он так твоя Тора любит. От него должен быть самый большой раввин в мире. Умоляю. Не для меня, Всевышний. Для тебя. Что у тебя было наверх покой. Счастье, радость. Удачи от этот ребенок. Пожалуйста, умоляю. Сделай так, что он будет здоров. Я готов умирать только, что он... А? Только, что он был здоров у меня. написано בקניגי של השבות יעקב. השבות יעקב פשוט, я был ребенок маленький. Я слушал, как мой отец плачет, что я буду учиться моя Тора, Бога Тора. Я слушал, как мой отец говорит Всевышний. Если кто-то от нас должен уйти отсюда, возьми меня, но оставь его. Так мой отец плакал. И когда я вышел от этот болез, я похоронил мой отец. Он умер. Да. Весь этот мир, это наши дети. Бог уже тебе дал дети. Бог тебе дал, что ты их держал, что ты их воспитал. Что ты играешься? Что ты ищешь? Другие вещи, они самые важные. Ах, Алеф написано בתור, Алеф גדולה, זה אלוקים. Есть два раза Алеф, буква Алеф. Один Алеф это אלוקים, и второй Алеф это Адам. Алеф это אלוקים, это Всевышний. И второй Алеф, она маленькая, она Адам, это человек. Бог говорит, когда он маленький, плачь на него. Когда он еще маленький человек, плачь на него. Что ты не плакал, когда он станет взрослый, большой, что ты не начал плакать. Почему Алеф маленький, сейчас он маленький? Ты хочешь от него покой? От меня покой, Алеф большой? Учи его Тора, моя Тора, что он станет близко ко мне, к Всевышний, для Алефа Гадол. И он у тебя будет алуф. Он тебе будет супер номер один. Только учи его, моя Тора. Первая мицва в Тора, это прия рвия. Акадош Барху пишет, Всевышний пишет, пру рву манут аарец. Принести дети в мире, это мицва. И последняя мицва в Тора, это כתיבת ספר תורה, написать ספר תורה.
חכמים פישט פצ'ימו. פתאום שתקדת איך פריניוס, תדור ז'ינה חוצ'יצה תורה, דואט אשטואני, איון הביר לפיסת. פתאום שתאיסטית איך פריניוס, תסדיאל פר ויה מצווה. איסטית איך הוא של פסיעת תורה, דואט אשטואני, איון הפיסלי! תפסי התורה, ספלידרתי, פסי התורה, דירג'ל, תין דל סמיך הראש היה דרוגה, יקדעתי עם ראש, את האפיית ידות נזת. פסי איך ניתורה, את התוויה תורה. פסי איך נדברתה, את התוויה דושה. תי פריניוס דושה סודה, תי פריניוס תיאלס דושה. תי יוצ'יל תורה, שפסי אושתו ענה סברה עליו שיזניה נדילית, את התוויה דושה. אך, שתו את הדייתי. לודי ניפנימאוויץ, שתו את הדייתי. בעיראק היה אדם חשוב להשם. בעיראק, ועיראק, בורצ'לוויק, כך בוגי ווליוביר. אוי, 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 כך בוגי ווליוביר. רבי מורדכי אלי הסיבוי מבורה. יוני וודייתי נהיה בלי. אי בוגי וורצ'ין סילנלו, בירומבור צדיק. און פרוניל, שתו איסלי, בוג נידל, את הכבוד שלו. אום פרישול קסמי בלשי רביו, סמי 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 בלשי רבין, סמי בלשי רביו! אום פריניוס, בומאגה, איסקזלי, אומני מנוגה דיינגיסט, נטו כמו הדת, יאו זה בלנוי, שתו דיולה, כמו הדת. הדין רבין אימוס קזל, ברוך השם שתותי רוז'ה מנוגה דיינגידל דה, תורה. לדושה תמנוג אז דיאלל. ותיבי יש לי דשימיר 100%. תיכול ששוע הדין ככוי את הדברה אז דיאלת. דאו נימוס כזל. יחד שו את הדיינגי ידעת, חרוש היה מסתה. שתו את הבודית מוי, אך, שתו בוני יבודו עדיחת נעביר חתיתה. או נימוס כזל, תיכול ששתו לודית ותוצ'י להיסטורה, שתו נרבולה, חרוש יברצ'ה, חרושי חרושי קומנתי, חרושי מסתה, חרושי פסיו, תבליט כפסיו, פסטוי בלניצה. איתה קונסדיר, הוא פסלו שאו, אני פסטוי לי בלניצה, טרי גודה. כדאי אני סדיע לי חנוכת בית, פסטבי לי מזוזות, וזיע לי, תמסדיע לי, בלשיה, בלשיה, ככוי ויצ'ר, אני פדניה לי. מלא, מלא, מנוגה, מנוגה, רביו, פדניה לי ססגבר בת. И самый большой, что поднялся, был Рав Юда Птая. Самый большой. И он начал разговаривать. И он открыл его рот. Когда Рав Юда Птая открывает его рот, что вы поняли, это как будто Всевышний открывает рот. И Рав Юда Птая говорит, мои братья и сестры, у вас есть вообще вопрос, если у него есть рай? Это вообще вопрос, я не понял. Я тут слушаю, рай, какой это, то-то, какого? Это вообще вопрос, если у нашей человек есть рай? Потому что все были там, все пришли туда. Все были в этот ханукат бай, все пришли увидеть, как больница открываем. Но только один человек не тут. И это Раби Мордехай Элиас. И вы тут разговариваете на него, как он в рай. Вообще у вас есть это вообще вопрос, если он в рай. Это конечно, что он в рай. Конечно, что он отдыхает, учится там Тора, у него там есть покой, отдых. Это конечно. Что это цадик большой. Но что вы знали? Если у него был один ребенок маленький, что на него читал Кадиш, и учился на него Тора, и почитал Мишнайот, это больше, чем... Все, что он тут построил, все были в шоке. Вы это поняли? Один ребенок, что держит сидур. Один ребенок, что держит Тейлим. Это... Один кадиш. Что это делает для этой души, что поднялась? Ну, что вы, хас ве шалом. Не будете, хас шалом, так думать много, раз им дуагим. Что вы, не страд... что вы, хас шалом, аль дагу. Я вам скажу еще один вещь. Перед это, что он умер, я у него в комнате был. Он сказал, что у него остались еще мало деньги. Что с этими деньгами я купил книги и раздал всем.
и так я сделал. И это, что ему помогает сейчас наверх. Только за его доброта он наверх. Потому что только за один такой много детей могут лечиться, сидеть и учиться Тора. Это был Раби Мордехай Элиас. Что вы знали, Бала Шулхан Агадол Мисалоники пишет. Ребенок, 7 лет, что учится Тора. 8 лет ему, что учится Тора. Он лучше, чем все в этот мир. Потому что Бог смотрит, говорит, я вижу этот отец, какой он умный, что он его сын учит Тора. Эйзеу ахахам ароэта нолад. Они знали, где поставить их деньги, их сила. Что вы знали, огромный Бил напишет. Отец, дальше, не знаю, кто он был. Наверх, когда он поднимается, и его сын тут на ней сделает грехи. Вытаскивают его дальше от рая. Ему показывают, как его ребенок тут страдает, какие ошибки он делает, какие грехи он, как он грешник такой. И отец смотрит и плачет, и страдает, и мучается. И плачет, это мой сын, ой, это мой сын! Что ты мне делаешь, сыночек? Ты меня убиваешь! Огонь мне вильно пишет ребенок, что тут оставил, его отец умер и оставил мир. И когда он делает грех на низ, это большой удар для его отец. Его отец страдает, плачет, мучается. Так для чего ты принес дети? Чтоб в этот жизнь мучаться? Что после того, что ты умрешь, ты будешь мучаться? Что, а где твои мозги? Зава хахам! Ахуэ это нолад! Если ты понимаешь, мало в мире. Если ты думаешь, для чего мне надо дети? Если ты их не будешь учиться и воспитать в нашей дороге, от нашей книги, ты наоборот от умный. И вы сам будете понимать, какой он должен быть, чтобы быть наоборот от умный. הנסתרות לשם אלוהינו והנגלות לנו לבננו עד עולם. תק נפיסנה. הנסתרות לשם, ויש אשתומיני פנימיים, ויש אסקריטי. אני, תולקת לפסיבישני. און זנאית, שתו איקה, ויש אשתואני סקריטי. והנגלות לנו, יביש אשתו תימושיך ובידית את אבנשי גלזמי דרשני ובידית, ולבננו עד עולם. תסדלה איש סוויו, בוא גברית. תסדלה אשתו נעדה. תנניך סמטרין, יסטבליי. יאו זה סוויו סדלהו. יאו זה זנאיו כך סדלת. נו תסוויו סדלהי. הנסתרות להשם אלוהינו. והנגלות לנו ולבננו עד עולם. בוא גברית, ידו סיבון יש לי דיין. אברהם הלובלו סמי בולשי. סמי בולשי אברהם לובלו. ככי אברהם לובלו. אברהם ויש על הטרח. את סמי גרזנית של אבי כבמירי. סמי גרזנית בו טרח. רבות עבודה זרה, ככים יש לסדלו. יבור גברית אברהם יטיבל בלו סמי בולשי. שומר לך אני אמונים. יניק אגדני בודותי בפמיניאת. יא בישאיו, יא קלינוס בו גברית. יא קלינוס תיבישתו יניק אגדה. תווי דייתי ני אסתבלו ניבודו פמיניאת. ניק אגדה אברהם. בור גברית יא אברהם לבלו סמי בולשי. תול כזה הדין ויש. כי און פריניוס ריביונק, אה? בתמושת און פריניוס ותתמי ריביונק כדין יצחק. Я это тебе не забуду, Авраам. Как ты? Ты был готов все сделать, пойти до конец мира. У тебя не было, кто это, Ишмаэль, а кто? Не. У меня одна дорога, одна воспитание. Это Бога дорога. За это я тебя люблю, Авраам.
потому что ты мне принес один как Ицхак, и Ицхак принес один как Яков, и от Яков вышла вся Израиль. Ах, как надо дать пример, 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 пример. Воспитание – это пример. Воспитание – это нерот. Делай, папа сказал. Хэлэ, дурачок. Делай, папа сказал, и он делает наоборот. Что ты думаешь, дети тупые? Дети умнее, чем ты на 1000 миллиард раз. Дети, как они, как ты их воспитаешь? Пример. Дугма. А, бандит за экзампл. Ты нотен להם дугма, дугма. Только так, только так можно воспитать росты дети. Воспитание это они фокусники. Воспитание это не игра. Воспитание это пример. Люди плачут, почему наши дети так стали такие? А, воровают, он украл от него, тот украл от него. А, они зашли куда-то, взяли деньги, что это не их. Почему наши дети вышли такие, что дают на процента? Кто дает одна копейка на 1%? На 0.0001%? Увидит, как его дети страдают, умирают. Это кто дал на проценты, לא קם בתחיית המתים. נכסיו מתמוטטים ורואה במיטת בניו. Он увидит, как все упадет у него. Как наши дети стали такие? Что идут играть карты? Что идут, а? А, комары? Как стали такие наши дети? Как стали такие, что они изменяют и меняют, а? Обманывают? Как они стали такие наглые? Такие наглые такие, что сатан дальше невозможно понять. Я это вижу каждый день. Сегодняшние дети, это извините, если ты их не воспитаешь правильно, это половина зверь. Я с ними сижу. Они бедные, не виноваты. Что родители разговаривают дома? А, деньги, 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 работа, деньги, уважение, гордость. Телевизор смотрит там, а картины там, там фильмы там. Какие вещи ты им показываешь? Как целуются, как обнимаются, как меняют, как она изменяет, как она его убила, как она его изменила. Это что ты им показываешь? Ты вообще нормальный человек? Ты должен закрыть дом, сумасшедший дом. Ты что, ты нормальный? Тебе надо таблетки. Как ты им такой вещь показываешь? Весь грязь там есть телевизор, в этот телефон. Весь мир, весь грязь. Возьми весь этот грязь, что есть в мире, это на один маленький телефон. Ты вообще что, ты нормальный? Это пример, что ты им даешь, ругайся с твоей женой, ее ломаешь, ее руки. Проклиняешь, ты ругаешь ее, избиваешь, ты поднимаешь руки. Что, вы нормальный? Это пример, что вы даете? Потом надо задать вопросы, почему наши дети такие сумасшедшие вышли. Потому что ты сумасшедший, потому что ты у тебя мозги, потому что тебе надо таблетки срочно. Без врач. Пойти их купить и каждый день их попить. Убили их дети. Убили. Извините, убили наши дети. Дай им пример. Дай им пример, как отдать. Как принести кому-то. Как дать кому-то руку, как помочь. Если ты их так будешь их учить, хесед, доброта, они никогда не возьмут что-то, что не их. Зашел, все знают, кто не знает, кто это был הרב משה רייכמן. הרב משה רייכמן был самый-самый святой. הרב משה רייכמן, это чудо, что было такое в мире, в наши последние поколения. הרב משה רייכמן был богатый, был добрый. Каждый цдака, мицва он сделал. И он знал, кому отдать, как ее сделать. Он был умный. У него были два дети, רבי יששכר ורבי יחזקאל. רבי יששכר טוב ורבי יחזקאל. И один день к нему пришел в синагоге один парень и говорит ему, הרב משה, он говорит, да, צדיק שלי, да. הרב משה, помочь. Да, пожалуйста, как? В чем помочь? В чем надо?
В чем вам помочь? Что, что вам надо? У нас есть одна сирота, девочка. Ей надо дать мало деньги. Сколько он говорит? Ну там, я думаю, 100 тысяч. Чтобы ее так вытащить замуж, купить. А там все, что надо, шифонеры, там все, 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 это все, кастрюль, все, все, все. Он говорит, я понял. Он не думал много, он ему ответил так. Как вас зовут? Яков, мое имя. Он говорит, Раби Яков, думай, что мы не разговаривали. Подумай, что это не было. Он говорит, я не понял, что? Он говорит ему, подумай, что сейчас я и ты не разговаривали вообще. Как будто этот разговор вообще не было. Я не понял. Раби Моше Райхман смотрит на него и говорит, Раби Яков, приди с собой сегодня вечером ко мне домой. Стучи, а? В дверь. Тук-тук-тук делай. Я тебе открою. И там поговорим. Добрый день. Ушел. Раби Яков не понял, что он от меня хочет. Я что-то неправильно, может быть, сделал. И он пошел. И вечером он пришел. И стучает в дверь. Тук-тук-тук. Рав Моше Райхман кричит, Раби Исохар Дов, Раби Ехескель, мои дети. Идите там, посмотрите, кто там мне ищет. Кто там ищет, ваш отец? Кто, кто, кто? Открыли дверь, да, шалом, шалом, кто вы? А, моя имя Яков, я должен Раби Моше Райхман тут. А, это наш отец, конечно, он дома тут, что? Он мне нужен. Пожалуйста, заходите. Он зашел, Раби Яков, Раби Моше ему говорит, шалом, говорит, шалом. Как ваше имя? Он на него смотрит, не понял. Яков, о, шалом, Раби Яков, как я могу вам помочь? Он говорит, я, мне надо с вами разговаривать, но ваши дети тут. Он говорит, извини, я от моих детей ничего не скрываю. Если вам что-то надо, только около них. Он не понял. Я сказал ему, мне надо деньги, помощь, чтобы вытащить замуж, жена, сирота, девочка, туда, сюда, вы знаете, понимаете? Он говорит, я понял. Сколько вам надо? 100 тысяч. Сирота, да? Да. У него нету, да? Нету. Ай-яй-яй, как жалко. Ах, так, спасибо, что ты к нам пришел, что мы могли такая, а, такая мицва сделать, такая доброта. Мои дети любимые, а зайдите в мой там кабинет, принесите там пинкас, чеки, принесите ко мне и ручку, пожалуйста, быстро это делайте. Не хочу его тут, это, ваш шалом, что он тут не ждал. Быстро, быстро, Раби Исахар и Раби Ехескель пошли в комнату, принесли чеки и ручку. Раби Моше Райхман говорит, мои дети, один от вас, пожалуйста, что взял ручку и, пожалуйста, напишите там 100 тысяч. Они написали 100 тысяч, отдали ему чек и сказали ему להתראות, до свидания. После месяц эта девочка вышла замуж. Ну что вы знали? Месяц Раби Яков не спал ночами. Почему Раби Моше Райхман это мне сделал? Почему надо было эта игра сделать? Я не понимаю. И после свадьбы, что Раби Моше Райхман сам был в свадьбе, и ему сказал, прекратил, если ты скажешь, что это я тебе убиваю тебе. И кроме этого еще поставил подарок в конверт. Раби Яков ему говорит, Раби Моше, я месяц не сплю, я не могу отдыхать, что-то мне там не, что ты сделал, почему я, дай мне понять, учи мне тоже. Он ему сказал, мне 67 лет, 70 лет, 80 лет, 90 лет, максимум 120 будет, день придет, будет, да. Я умру, да. Я хочу, чтобы мои дети знали,
что они всегда это у них в память это сидело, что никогда не забыли. А как написать чеки? Как вытащить деньги и дать кому надо? После что я умру, я хочу, что мои дети, а, не забыли, как сделать доброта. Что мои дети весь, всегда, вся их жизнь, что они знали. Нас папа учил только давать, только отдать кому-то, только помощь давать, только поднять, только помогать. Это что я хочу, что у них было. Так Раби Моше Райхман учил его дети. Так, только так. Ай, мои братья и сестры, в психологии всегда говорят ребенок, а если у него есть проблемы, возьми ручку, возьми, а какой-то бумага, нарисовай, нарисовай. А давай рисуй, что это, что ты, что он нарисовал, посмотрим. Что вы это знали и никогда не забыли. Ребенок рисует, ребенок берет ручку и начинает рисовать только что он видит в жизни, только что он понимает. Если ребенок сейчас нарисовал красота, дом, машина, это что он думает. Если он нарисовал сейчас ребенок с перс, такие пеот, борода, шапка, он видел много-много душа, много чистота, много рабио. Но если он нарисовал девочки, если он нарисовал машины красивые, если он нарисовал тебе Леон Месси, Роналдо, ты ему показал много, много Реал Мадрид и Барселона. Это что ты ему показал. Так психология понимает, что ребенок, что у него есть в дух, что ребенок смотрит, что ребенок чувствует. Только так знают. Как? Они говорят ему, ну давай, нарисуй нам что-то. И так они понимают, что у него есть в душе, что у него есть в сердце. Безрат Ашем, что мы так учили наши дети всегда, как быть цадиким, как быть ешарим, всегда. Что вы это знали, наши дети, это самая важная вещь. Их воспитание – это работа. Нелегкая. Нелегкая, тяжелая. Но в конец у тебя будет покой и дух. Счастье в этот мир и в следующий мир. Кто любит себя, кто любит его дети, кто ему важно, его дети, кто ему важна их душа, кто ему важна их дух, наша душа, что поработал сильно на это, что себе поменял, во-первых, и потом их. Надо знать один вещь, что они увидят сегодня, и что это, что они будут завтра. Что ты им показал сегодня, это, что они будут завтра. Что вы это знали навсегда, что вы этот урок взяли с вами везде, в каждом месте, в каждой секунде. Что этот урок мы никогда не забыли. Что если мы уже принесли дети, или хотим принести дети, мы хотим, что у нас были дети. Мы хотим очень сильно дети. Так сильно мы это хотим дети. Что мы знали, для чего они нужны. Для чего нам их надо. Что от них можно вытащить. Что от них можно увидеть. Для чего они мне их, для чего они нужны. Чтобы наши ошибки они исправили. Что увидят от них счастье и покой и радость. Что когда они маленькие, мы с ним играемся. Что мы смогли с ним играться тоже, когда мы уже как старые. Что они нас не бросили. Дети, что ты их воспитал правильно, они тебе никогда не будут бросать. Дети, что учат Бога Тора, Бога книга. Они изучают, они соблюдают Бога Тора. Они тебе никогда не будут бросать. Ни в этот мир, ни в следующий мир. Йосеф Ацадик. Йосеф Ацадик. Что вы знали, Йосеф Ацадик написано. Есть мидраш, что написано. Есть люди, это не знают.
שתו יוסף חתיאל גרישית ששת פוטיפר. ספרון השינה. יוסף פרישור סני גרישית. עונת הסדיר און פלניר ועל גרישית. און הוא נראה בולה פלן, גרישית סני. את השתו הוא חתיאל, אני בולה עדנה עצה מקרסי ואיבמירי. איבט הדין און זנאו, און זנאו, און זנאו, און זנאו. שתו אני все идут гулять, все, 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 все. А, весь творец едет гулять. И он зашел, и она им сказала, «Холани! И сегодня я больная, Паро! Я не смогу с вами поехать, я останусь дома». И Паро знал, Йосеф самый чистый, самый добрый, самый, а, самый, самый рое, не, самый цадик. Дальше Паро говорит о Мидраше, знал, что Йосеф он цадик. Не будет отман в одни воровать, ничего, он так. זה אתה און בול צ'לווייק שאתה ניבוא תולכה הודעת שבו. איש מצליח יוסף. איש מצליח יוסף, און בול תקוי. נו און פלניר ואון גרישית. און זכודית. נו טריוויו את הקומנתה. און סמוטרית. שאתה ענת בקריבה לה. איו בוק. там был какой-то финтиплюшки, а, сидела там, а, на-на-на-на-на, она сервант там, наверху сидела ее бог, и она взяла и покрывала его глаза. И Йосеф начал плакать. Он ей говорит, что ты делаешь? Она говорит, я покрывала бога глаза. Он на нее смотрит и говорит, ах, твой бога глаза, ты можешь покрывать его глаза. Но мой бог смотрит всегда. Мой Бог всегда смотрит, его глаза я не могу покрывать. А Мидраш пишет, что он закрыл глаза и увидел, как его отец, запомнил, как его отец одевает филин. И он быстро оттуда ушел и не грешил. Это потому, что у него был пример, и это хороший отец. Что Безрат Ашем мы дали только хороший пример. И мы были хорошие родители, и воспитали как надо, амен ва амен.